Аллея Горького в Чите осталась без фонарей. Об этом сообщила в редакцию «Запро» очевидец 11 февраля. По улице Горького со стороны военного госпиталя не работает ни один фонарь. Все сломано. Хотя фонари новые, они были установлены при реконструкции этой аллеи, сообщил очевидец. «Запро» направила запрос в городскую администрацию. Напомним, контракт на проведение капитального ремонта улицы Горького в Чите был заключен с ДМРСУ в 2021 году. Стоимость ремонтных работ составила 220 миллионов рублей. Также ранее сообщалось, что председатель контрольно-счетной палаты краевой столицы Маргарита Казакова призвала городские власти обратить внимание на благоустроенную аллею по улице Горького.